танцую танцы давно, лет 13. Занимаюсь современными танцами. Я живу в маленьком городе Кемерово и здесь стараюсь протолкнуть свои идеи, жить жизнью танцора в маленьком городе, хотя очень тяжело, но я справляюсь. Своих соратников, союзников я нахожу. Да, учеников я воспитываю. Я закончил музыкальную школу. Я играл на инструменте баян. Мне он очень не нравился, мне заставил отец. Он говорит, давай, ты будешь играть на баяне. Я говорю, я на гитаре хотел вообще. Ну, ты будешь играть на баяне, ты же в России. Ну, ладно, я буду играть на баяне. Да, говорю, все круто мне, типа, супер легко. Но я хочу выражать танец телом. Искал в городе танцы. Я начал танцевать в 14 лет. В то время не было студии в Кемерово вообще. Я пользовался интернетом, он только активно начал развиваться. Позже я нашел там 2-3 человека в городе, кто преподавал хип-хоп. Я отходил 2 месяца на танцы, мне бабушка дала денег, случайно, так, втихую. Я втихую ходил на танцы, параллельно занимался музыкой. И студия закрылась, а сам стал танцевать дальше. Наверное, просто у всех бывает такой период, когда ты доходишь до чего-то и дальше не знаешь, что делать. Это ты научился что-то танцевать, что хотел, и не представляешь, что дальше делать. У меня много раз так было, я много раз хотел закончить танцевать, но для меня просто сейчас танец открылся с разных сторон, так скажем. Я благодарен, что я понял танец глубже, чем мог бы. Танец — это типа терапия. Часто, когда танцуешь вот с мыслью о чем-то, и когда я после переживаю, это часто о том, когда у меня номера про что-то, короче. Грубо говоря, я там расстался с девушкой, да, и у меня есть это переживание, что я там плохо себя чувствую, я хочу высказаться, но не словами. И я выхожу на сцену, был такой момент, концерт какой-то, я танцую то, что я чувствую, и после этого я чувствую, как, ну, все мое переживание, оно заканчивается. И танцуя, я понимал, что танец дает мне так много, что я не могу делать что-то другое. Всегда делаешь, как получается, и ты должен просто оказаться в нужном месте, в нужное время. Просто бывают периоды, когда что-то происходит, я не знаю, как это объяснить, короче, у тебя просто все получается. Был момент, когда я уехал в Москву, там был фестиваль «Respect My Talent». Я там просто случайно дошел до финала. Чувак из Кемерово с шарфом из собаки вот так вот на поясе дошел в финал. На самой крупной тусе страны, типа. Окей, возвращаешься обратно, участвуешь во всех фестивалях внутри региона, выезжаешь на Сибирск и, типа, везде побеждаешь. Такой думаешь... Ну, как это назвать? Никак. А потом бывает, вообще не побеждаешь. Бывают полярные моменты. То есть разные примеры людей, которые, например, у них что-то с самооценкой, они начинают меньше тренироваться, меньше искать и просто, ну, останавливаются. И говорят, ну, теперь я крут. Нет, чувак, типа, это не крут. Это бесконечный путь, типа, вот так. Сейчас вдохновляюсь с историей, типа. Мне очень нравится история танца. Мне нравятся люди, которые раньше танцевали. Мне нравится себя наполнять с другой стороны современным танцем, чтобы мой танец тоже был наполнен мыслями, что ли. Потому что раньше он был наполнен просто пластикой. Люблю людей, люблю общение с людьми. Обожаю, потому что каждый человек может что-то новенькое рассказать, и меня вдохновит. Я буду говорить о своем танце как о экспериментальном танце. Экспериментальный танец — это подход к современному танцу, когда ты берешь какие-то свои идеи и начинаешь эти идеи воплощать в реальность. Например, тебе хочется, чтобы в твой танец contemporary, да, добавить немножко элементов скалолазания. Да, и как скалолаз вот так пальцами цепляется за камни, как он напрягает мышцы. И попробовать вот эту идею, как скалолаз поднимается наверх, внести в свой танец, как ты можешь держаться за ноги, за лицо, какие идеи ты можешь выработать через вот это слияние жанров. Танец для меня — это средство, я думаю, чтобы решать мои проблемы внутри меня, чтобы транслировать свои чувства людям, способ общаться
на другом языке с теми, кто этот язык понимает. Вот так, наверное, скажу. I wanna show you some special moves. Okay, let's go. This is Russian wave style. Yeah, and like that. Yo.